Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры завершает масштабную работу. Напомним, что общественная организация выиграла в этом году грант президентского фонда на создание веб-сайта. Исполнители назвали проект путешествием по родному краю. Оно было увлекательным и заняло несколько месяцев. Сначала команда волонтеров провела социологическое исследование среди студентов, какие памятники они считают самыми значимыми. Опрос ограничили территорией столицы. Волонтеры записались почти 20 человек. Не один день проведя в архивах, они узнали много интересного о прошлом столице. Обучившись фото- и видеосъемке у профессионалов, волонтеры вышли на улицы Чебоксар, чтобы запечатлеть для истории культурное наследие. Дома, площади, памятники, архитектурные ансамбли – все, что делает облик нашего города неповторимым, собрали в этом проекте. Фото и видео легли в основу нового сайта. Заходите и знакомьтесь с почти 550-летней историей столицы Чувашии.